моды писать, но мне говорили, как я уже 4 мода научился писать, больше нам не надо. Поверь. Больше вообще не надо. Там только единственное, когда мы там играем, допустим, 4 на 4, если такое будет, то можно играть по двум линиям. В этом тоже есть какая-то своя суть. Смотри, как у меня. Так, ничего себе, уникальные расы. Все сделал, видишь? Fog of War, Single Lane. Здорово, здорово. Get ready, round one. Давайте паузу, что ли? Да-да-да. Подождем Лёшку. Развесить вещи. А вы сегодня аликов бахнули, да? Да, и Фнатиком только что соснули. А я вот смотрел, там висп без... Ой, тини без виспа оказались. Так оказался. Они уже так играют давно. Алло, а чё ты этот тини на самом деле он в доту выигрывает, я так смотрю. Не достиралось. Нихуя. Так, алло, гайс. Алло, Митяй. Алло. 62-я минута, нету двух сторон, одной у нас, одной у них. Так что ещё минут 15. Так мы уже начали. Ещё минут 40, и ты готов, давай. Я понял. Ну то есть хуй знает, нага бесит. Фак, ты не сдох ещё? Андрюх. Фак, здесь... А так давайте, играть... возобновляю игру. Андрюх, давай. Я понимаю, ты бы хотел, но... Фак, я бы не... Это хотел бы меньше всего на свете, фак. Лёх, ну давай. О, смотри, какое у меня. Тут что это такое? Смотри, один раз показываю. Ага, понял. Вот это вот. А я тогда что буду... Смотри, Лёха, я вот так тогда. А ты можешь вторых, наверное, я примерно понял. А, не, подожди, я знаю, что делать. Я, короче, сейчас подожду только немного. Окей. Лёх. Ну ладно. На самом деле. Тебе во рту что-то, Пёх. Приятно это тебе, Лёш. А чё, а где твой этот? А я хочу посмотреть, что у них. Отличный ты парень. То есть вот это побежит сейчас штука, да? Ты будешь пока смотреть, что там у них? Мне тут говорят, что нужно больше золота. У вас нет такой проблемы? Да вроде нет. Нужно больше. Все под контролем, Артурич. Нужно больше золота. Лёха, давай ты только сильно не будешь прям много их ставить, потому что. Так я не буду. Постройка завершена. Ой, как я же тоже буду, как бы удачно-то. О, смотри, какая штучка. Ой, как. О, слышь, я уже понял, что мне надо. Газики. Я уже знаю страту Андрюхи. Что-то я неудачный как-то. Короче, я делаю, наверное, да. Давай. Ладно, буду надеяться на баш, Артур. Баш, так а твоя штука, по идее, золотнет мою. Моя? Вот это вот? Не, смотри, мисс. Попал. Мисс. Ну-ка, давай, соберись. Мисс. Давай, стилево. Один зомби, овнит двух. Мисс. О, вот она, баш, давай. Мисс? Не мисуй, нормально. Так, а у него... Кстати, да, Тхорн хорошо работает. Если бы меня Лёха пустил юнитов еще, то может быть поинтереснее играть. А как Пирс бьет в хэви? Никак, Лёха, ты можешь посчитать. Плохие дела. Это как примерно Сьедж бьет в лайт, так что шансы сравнялись. Давай, что-то делай. Нам нужен нормал. Ай-яй-яй. Алёха, а у тебя уже хэви ганнер? Ты не выпускал, что ли? Хэви ганнер. Он, да, я же говорю, он такой парень. Ну все, у нас... Никуда не спешил. Черепашки сражаются с этими... с дедушками. Ты что-то только... прикол в том, что... Так, а чем... Дедушки не выигрывают. Деда критует еще, оказывается. Артурич, ну я подключаю тогда таких пацанов. Давай, Лёх, давай. Я думаю, нам не помешат. А я тогда таких пацанов. Блин, вы там что-то подключаете уже. Блин, вот когда несколько черепашек бьют, это очень здорово. Не башит прям одну цель. Угу. Это правда. Вот так вот идут. Ну-ка. Ну давай. Ну. Так, чем я башер вообще делал? А ты понимаешь, что нам как бы тут это... Что-то плохо нам. Да не. А ты знаешь, что у черепашек они как бы имеют свойство такое... Да, по зданиям больно. Сидж у них. Да не, лол, мы сейчас развернем очень жестко, почему? Да? Ну, ладно. Да. Давай, я тебе верю. Давай. Доверие это... Руты. Оп. Опа, это на черепашек. Против рутов знаю прием. Что там знать? Вон он, прием. Закончились руты. Вот смотри, прием вот такой, Артур, знаю, смотри. Теперь смотри, что делает дальше. Смотри. Раз, два, три,
Но это с лоу-граунда на хай-граунд, ну, Лёх. Да-да, так а мы только так и играем. Я понял, я понял. Мы же дефимся, в конце концов, имеем право на хгшке стоять. Да. О, паджик. Да, паджик чё-то у нас овныч. Блин, почему по хэви сиджи так много наносит? Ой, да хорош, друид. Ты нормальный вообще друид? Нормально все делает, парень. Опа. Ты сморалишь сразу. Что творит эта жаба? У меня уже ласткита, ласткита. Блядь. Ладно, короче, о, смотри, тут сводюги. А кто там был? Кто был, заметил. Так это стратегия такая, все в порядке. Это чтобы рут не шел. Нам надо что-то с паджиком решать. Ну, вообще есть идейка. Опа, видел? Сработал мурлок. Правда, что-то снайпер, если критует, то совсем больно. Блять, там же еще эта хрень отхиливается от спахи. Не получилось, да, Андрюх, законтрить? Да, законтрим, нормально. Фак, блин, выздоравливай. Спасибо, Лёх, постараюсь. Боль, о, смотри, идет, вот этот сейчас разберется с паджиком. Дефендеры. Фак. И шо? Иди куда грейжены, собрались, ребят? Грейжены морлоки идут. Да, я... Бах, 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 бах. Бах, бах. Так, что-то фак это... Дефендеры. Снайперы. Ту-ту-ту-ту. О, да, паджик что-то впитывает. Так, а сейчас придет моя штука и все. Постройка завершена. Что за... Оп, поймал. Черепашка не впитывает. Слушай, а почему я вторую черепашку просто не поставил? Потому что ты морлоков поставил, Андрюх, наверное. Да, скорее всего, как-то связано. Плюс 45, ёпта. Хорош. Плюс 45 это что, рейта? Да. Так бывает вообще? Ну, у нас 2 плюс 3, их 5, или у нас 5 500 у меня максимум было, у них 6к максимум. Нормально. Ничего себе. Фак, походу, перевертывают твои некроманты. А теперь смотри, какая штука пришла. Нет, спектра овнично. Да, благ, запоминай тактику, какой они используют. Бруда дазл. Масс паучки за хил. Да? А легально брать в Капитанс моде? Если да, то я... Ты берешь... А, если на следующего собирались добавлять... Ты берешь рейдскинга и видишь хоть вся бруду и понимаешь, что все плохо. О! Бля, она не полечилась, обидно. Да, она... У меня сейчас выйдет молодой человек один. У меня тоже там сейчас что-то выйдет, наверное. У вас все выходит и выходит. Да там паджик у вас зато идет, и овнит, смотри. Так это вообще какая-то бесконечная битва у нас получается. Я так понимаю, силы равны? Ну фиг знает. Я знаю, что пока паджика нет, спектра может неплохо выступать. Хотя, нет, что-то она так все выступила. Опа. Примерно как Лёхин конь. Блять, мой конь. Ой, это что, это выход в эту... В коней. В ту самую? Я самую, да. Какую? Во что? Ну, в такую, которая по всем. Бич-бич. А, это да, есть у меня такая. Все, понял. На нас напали. Так, пошла страта там. В чатике. Лёх. Нет, это ну, я. Походу я взрываю. Лёх, давай договоримся, кто взрывает сразу. Ну, а то ты в мурлоков не верил моих. Типа... Эти бывают баши вейт. Анармт, они жесткие. Я не знаю, выпусти вас что-то, но у меня спектра сейчас выйдет, типа. О, Лёх, это ты нормально придумал. Отблочить? Да-да-да. А у нас нету чувака, который может игры хостить? Смотри, что спектра будет. Раз, два, нападая. Три. Ультракилл, смотри, пошла. Ну вот, тут пришли сильные. Не, ну вот эта лучница, которая вышла и которая бьет паджика, это мне что-то вообще не нравилось. Лёх, там смотри, 4 черепашки, они долго общаться не будут с нами. Я понимаю, но я вот под крусадера хотя бы взорву и под его юнитов. Так а это же какой-то говно садер. Не, ну я ждал, чтобы они подошли и все. Ну типа он же даже у тебя не апнутый, в смысле. Еще будет апнуть.
Ну, может, еще одного снайпера поставит? Ну, может. Так, ну-ка, может. Ну-ка, сейчас мне кого-нибудь снайпера. Оп, хорошо. Предатель. Все. Может, ты Ялдерхорн поставишь? Да, он да все ворует, нахуй. Да, это хуй. Это ж нечестно вообще очень. Ну а что делать? Надо мяско походить. Да, там он еще и футмана своровал. Ну, по пацанам, Лех, ты на что? Что тут скажешь? Он взрывает. А кто? А ты можешь взрывать? Если можешь, то давай. Опа, Палыч. Ну только Палыча не надо воровать. Что это как-то... Палыча, Палыча. Так, и кого я забрал? Спектрулю? Или нет? Нет. Нет. Так смотри, нормально. Погоди, так мы отбились, куда? Походу. Я, я что-то порадовался даже, думаю, в натуре, может, спектрулю забрал. Смотри, смотри, Палыч-то со спектрулей-то. О, друида взял, который сдох сразу, нормально. Вот эти, сильные, сильные. Главное спектрулю баффал, чтоб твой по... Ой-ой. Ха-ха-ха, добрый вечер. Лёх, там что-то у нас проблема, по-моему. Лич Валерьевич? Да, Лич Валерьевич, Лёх. Если его сейчас спектруля... Когда у нас амазонка трексована? Если спектруля сейчас не жарит, это амазонка в заказе уже, да. Хорошо, хорошо. Ну все, пора Глэк Яла Хорн, значит, ставить. Ну да, да, его контроль еще можно, знаешь? Вот да, тут ты умеешь, да? Все, давай. А что ж ты его раньше-то не поставил? Яла Хорн? Яла Хорн, да. Давай. Ой, предательница как сработала. Советовать тебе профессионалам лучше. Ну ладно. Леха, ты не боишься, что его может не, кто-то... вообще не боюсь. Потому что мы уже до конца идем, да, на характер? До конца гейма. С Гиалахорном мы уже все без задней, правильно? Бой готов. Постройка завершена. Лех, видишь уже? Ну я бафну ее сейчас. Бля, не успел. Бля, вы ее бафнуть еще собрались? Слабенько, Лев, слабенько. Сука, ППЦ. О, конь резнул коня, я доволен. А тот конь сейчас резнет еще другого коня. Конь, то есть если строить одних коней, то по идее... А, ну... Нет, вроде у того коня... Да? Андрюх, ты или я? Фак, давай я, наверное. Давай. Так, а под кого бахать-то? У тебя выходит там кто? Сейчас скажу. Ну, у меня половина еще до лича и... Ну, подождем пока, подождем. Там еще кто придет? Артурыч? Баф. А. Поехали. Пуч появились. Работает, да? Работает, работает. Ну, давай вот так вот тогда. А там очень, новое очень идет. Очень неудачное, да. У вас как-то неудача, по-моему. Откуда у них два пуджа, слышишь? Они задрочу. Да. ППЦ, рели. И смотри, лич с двумя пуджами вышел. Лёх, чё-то неудача. Первая, амазоночка идёт. Ага, так она впитает, чё-то. Смотри, она, кстати, она-то может первая, но она-то под Гиалахорном. Ебать, чё она творит. Вот и приехал лич. Нормально, с личом справилась. Так, я оставляю, но... Сколько у нее там в амазонке? Чтоб я бафнул ее. А, ща выходит, выходит. Вышло. Нужно больше золота. Бафа. Ну слушай, они килл за рандомли юнит делают и переманивают. Но это их никак не спасет, потому что мы же видишь, сколько у меня зданий. Да и у тебя. Переманки стройка против кумана, завершена. По идее, это вообще говно чистое, потому что куман же мясом обычно давит. Так а этот же не давит. Одного так. Снайпера Гиалахорн. Да не-не, этот давит. Так, ребят, а у вас еще хилочек. Ой, еще идет одна. По идее, паладина просто еще резает дерьмо, которое ты убиваешь. Получается, что их Гиалахорн. Много. Где же... Эльфы не сдаются. Где же мои чертовы банкуй. Гидры, которые мне кажется, сейчас поставил. Палыч должен забафать ее еще, потому что ей плохо. О, забафал. Это не, подхилил. Сейчас забафает еще. Ваша светлость. Ща. Ну-ка. Как дела у вас там, ребят? Ну чё-то так. Давай, в неё пурж. Да не того же. Я переманиваю просто и фижу вас ещё тем самым.
Типа пятёк ставишь, и у тебя всех крипы 12,5 регенит. Что ставишь? Ну да, у них коралловый катриф есть. А, коралловый риф? Да, типа 2,5 регенит хп есть, они вроде стакаются. Ой! Я просто ни разу не пробовал. А там, по-моему, же это, подожди, там... Не глобалы разве? Постройка завершена. То есть здание точно регенит? По-моему, на здание тоже. От себя. Нет, нет, крипов точно 2,5 хп. Нервин, нет, это и только те, которые рядом. Не, Андрюх, ну, вообще норм. Я смотрю спектра... Пока... Чего она сдохла? Ее лич, походу, жахнул. Да, лич ее жахнул, и она жахнула венженсом лича, пойдет. Слушай песни морских волн. Нужно больше золота. На нас напали. Стройка завершена. Хорошо, хорошо. Ну, я пошел. А, ты вообще с ними по строгам? О, будешь? Скинули. Что скинули? Геллахорн? Да. Так, как вам это поможет? Простите. Ну смотри. Я просто смотрю, сколько у Лёши выходит этих цепочков. Мортирщиков? Ага. Ну да, Лёша. Хотя там один снайпер переманенный что-то с ними раз... О, фак, разобрал. Так, фак, кто теперь взрывать будет? Не знаю, да. Вы уж как-то договоритесь. Может, Лёха взорвёт? Лёха, я парни? Взрывал уже, парни. Не, Лёха взрывал. А, Артурыч, ну, вся надежда на тебя. Ага, ну окей. О, Вирм. Просто Вирм. Против дракончиков. Вы 2-2 играете, или ты 3? Там вот это, нормально разбирается, госпожа Амазонка. Да там что-то маркир уже в проход не пролазит, по-моему. Ребята, они скоро дойдут до базы, могу дать совет вам. Покупайте молнию быстрее, стреляйте в проход. Не, она же не поможет. Тирф убивает. Молния только... Ну то есть у них хп больше. Не, у нее просто мэджик. Фак, а ну попробуй в Амазонку. Не, молния работает, она котится. Молния-то работает, но у нее мэджик. Не, она полполовины снесло. Spell damage done to this unit is reduced by 70%. 70% done, то есть по идее она ее сильно котится. 70 reduce. То есть 30. Но меньше половины снимает. Reduce на 70%. А спектра сдохнуть не хочет? А, Лёх, ты купил, да? Эту штуку. Вторую, да? А ты здание поставил, Лёх? Да. А чё? Да там посмотри, бля, Андрюх, где мы провафлили? Ладно, Лёх, я думал, да. Фак, ну, я с переманивал, ты провафлил. Посмотри, посмотри, как она сейчас под дабл дэмэджем и под геллахорной навалит. Так, а там... Ой, что-то я даже не хочу смотреть, я а буду... А ну-ка, ну-ка, сейчас, базу, я хочу посмотреть, как мортирщики бахнут разок в трон. Они подходят, смотри. Идут, идут. И... зал. И зал, смотри. У-у-у. Вот оно. Нормально, нормально. Всё. Разочек. Разочек. Ах. Фак, ну, блин, такое. Нормально, да, играем, играем. Чё, ребят, чё? Фак, ну то, что, типа, считай, вот смотри, по этим, по резким страйкам, как бы, не так все плохо. Там просто ошибочку допустили, но в будущем... Да не, Андрюх, все хорошо. Ты, главное, живи, фак. Фак. Надо спешить. О, этим я знаю, что делать, Артур. А шо? Показывал тебе я такую вот цель? Одна нога здесь, другая там. Ага, понял. Постройка завершена. Только ну... я его не буду выпускать, ты не против? Так, а я пока отойду, ребят, чайчик попью. А, он, значит, заказал юнита, все, я тогда вызываю тоже. Или чё мне? Ну, можно, да. Чё? Походу, тут по-другому особо не это. Не побахаешь. По-другому не выйдет? Ну, чё-то я этих не хочу. Они мне не нравы как-то. Так и шо? Они это, что поставили хатку. Сейчас увидим, что у них. Они две хатки поставили, а я сейчас смогу вообще законтрить. Ой, Лёха. Что там, что там? Не вывозит мой паренёк? Да ладно. У нас все в печали. Почему он ее не увозит? Что это нормально? Какой такая она лайт, что лайт. Лайт от нормала 70% получает. А у этих она ребят... его прямая контра. У этих ребят нормал. Я понял.
Они на 70% бьют, на 175% хавают от них. Все весьма такси. Вообще есть домашняя заготовка по этому поводу. Че, там у тебя есть другой типчик, по-моему. Зовут Сокол. Зовут Сокол, по-моему. Он их, по идее, жахает на Лина. Ой, смотри, а тут выпустили сразу такого. Давай, давай, давай. О, я там уж срезать атачку. Покупай Леха. Билет черепаха. Леха, скоро будет там покупать билет черепаха? Да я думаю, посох может взять вообще. Не-не. Хотя не, мы тут вроде отбиваемся. Мы сейчас отобьемся, ты что, гонишь? Смотри, это сейчас атаку срежет, сейчас выйдет второй черепах, мы сейчас еще развернем. Смотри, сейчас твой вперед пойдет, будет атаку им срезать, они по одному идут. Этот сейчас сдохнет, подойдет Венга, тоже атаку срежет. Все, гонишь. Нам срочно нужно подкрепление какое-то. Я вот думаю, в виде чего лучше. Я вот тоже думаю. С чаёк пьёшь, а не думаешь? Блин, ну вот эти вот ребята, конечно, этих... Тринты пока что такие жесткие танки. Что... Что беда. Что нового? Я башец, Андрюх. Острый башец. По твоей страте, Гамзю. Да-да-да, нормально, нормально. Когда три штуки сразу идет, то нормально. Ну и оп, залп. И в базу там тоже могут. Я знаю, что они сейчас построят или. А, о, так давай, 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 Лёх. Я думаю, сразу купить эту штуку. Голохорн? Бласт, бласт. Какой глаз? Бласт, давай. Забавим. Ну, фак, это на самом деле дорога в никуда, я тебе скажу. Это невыгодно экономически. Ну, у нас пока придется взрывать просто дорогу. Куда четыре эти идут? Фак, бахнем. Лучше бахнуть, по-моему. Дорога зовет. Да? Что нового? Это он про посох рассказывает, что это невыгодно? Да, чем, ну что он понимает? Да, Андрей, да. Да лол, останавливаешь производство просто и все, и посох твой говном накрылся. Да, да. Одна нога здесь, другая там. Пацаны, у вас там вот хата горит, что-то. Хата крутит, смотри, они думают, что они дождутся. Надо сейчас пахнуть. Да не, ребят, подождите. Подожди, подождите чуть-чуть. Смотри, спектра, сейчас разберется, смотри. Я не хочу. О, а у нее Торн аура. Пойдет, по идее. Она самая себя сейчас убьет. Давай, давай. Хорошо. Ну такой быть. Вот мне надо было тоже этих вторых ставить, было бы норм. Спектра на миссах, на доджах. Дорога зовет. Короче, фак, поехала, поехала. Не знаю, что-то куда у вас поехало или блин. Ну, он хеллхаунд пришел, 650 жизней. И, по-моему, все при... там, где поехало, там и приехало. На вас уже 4 юнита идет, а у вас по 2 выходит. Фак, ну это-то я даже хуй его знает, что-то. А я ответить им. Ну, нет. Лёх, как на черепаху. Факт, гадкий койот, что ли? Надо спешить. Лёх, я в таком гадком койоте, ты не представляешь. Пьяный, что ли, факт? Нет. Мортиру поставим. Пацаны, кто взрывает? Я взорву. Бля, перетянулись. Уёб. Перетяжка. Не взорвать. Какая-то походу получилась. Да, да. Нужно больше. Не, ну там вроде стоит, да, тут говорят, нужно больше золота. Постройка завершена. Да. Я просто знаю, ху, ну, кого тут строить против них. Я вот Трента заказал. Представляю. Надо спешить. Заказал уже, да? Да. Бля, надо было, короче, Андрю покупать мне этот став. Все было бы хорошо. Фак, ну, блять, что угодно, но не мортир, я тебе так скажу. Надо спешить. Не знаю, я прошлую гадку мартиришками выиграл. Выиграл. Что за хрена? Почему не мартиры? Можно и так сказать. А чё у вас состанет? Что это такое? А, паки. Ну он типа вы видите. Кстати, смотри, он сейчас спектру полечит, спектра развернет, смотри, смотри. Хаунд там прямая. Смотри, смотри, смотри. Так реально. Смотри, 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 смотри. Еще полечит сейчас спектру. Да че спектру, тупой ты, нахуй ты мартиру лечишь, блядь. Надо спешить.
Давай, блядь, квартиру лечь. Да, у меня просто деньги скапливаются. Смотри, смотри, два пака сейчас друг друга будут лечить. Что нового? Спектра вышло. Ой-ой-ой. Нет, он развернется, кстати. Я... Ну да, да. Или если нет? У нас трон не упадет к этому времени. Нет, трон-то кто убьет? Уже его никто не бьет даже. Хотя. Не знаю, что там это, я вижу, что как-то там что паки сдохли, а черепаха решила поплевать. Ладно, Лех, я хатку поставил. Да я вот тоже думаю, ставить, нет? Что? Я просто копил, решил, что пора. Спектра, ну давай, на камбэках. Поглечи. Смотри, похилил, она еще похилилась за то, что... Леха, ты за нас, что ли? Не, я просто хочу, чтобы тренд пришел сейчас к вам. Ой, смотри, вышел этот, Грифоныч. Нет, у них реально норм получилось. Андрюх, а ты что-то на мортирку гнал, я? Мортирка? Фак, вообще лучшая, ты чё? Я хер знает, чё мы без мортирки делали. Подожди, а я вижу, там кто-то ещё спел резистенс поставил, супер полезный тотем. Так, нормально. Лёх, кто бахнет, Лёх? Дорога зовёт. Там не только спел резистенс, там ещё это самое... Что там, spell damage reduce, 40% reduce attack incoming damage, это chance target that... Ну, вообще, мне еще один инкам надо. Ну, ты будешь бахнуть? Сейчас получит. Ну, короче, я бахну. Ну, я могу бахнуть. Смотри, Фака, как запили уже, а? Ты? Да. Просто я бахаю. Надо спешить. Побежали. А мы давай домик лечим. Давай, а ты... Продолжил маркирками. До поры до времени танкую. Ну-ка, бафчик на спектру, пожалуйста. Лёха, под что ты бахнул? У нас же ничего не вышло. Под трон, чтоб не сломался трон у нас. Но трон не быстро ломается. Под черепаху. Пусть покупает. Скоро видит твой. Билет. У меня вон лобстеры вышли, они спектру реально съедают. О, видишь, лобстер вышел, съел спектру. Обожаю лобстера. Спектр. Большой спектр. Бля, тренд, ты когда-нибудь выйдешь, блядь? Вот. Неужели? Супер. О, играем? Ну, очень приятно с вами играть. Больше золота. Одна нога здесь, другая. Леха, спектра-то его овнит. Спектра под бафчиком, смотри. Таня. Пойдем туда сейчас Розан копнет. Лёх, не овнит, получается. Ладно, Оракла возьму. Заберу у них пару спектр. Что нового? Так, Фак, надо как-то сейчас дефить будет. Я не знаю, как. У тебя есть бабки? Фак, копи на Orb of Lightning. Сейчас он нам поможет еще. Фак, копи на Orb of Lightning. Ты слышишь, Артур? Слышу. Я знаю, что я забрал? Смотри, мортирку забрал, Лёх. Тут еще. Он сдох. Наваливает в ответ? Чё-то не очень навалило. Я думаю, прямо. Вот тринтец, я вижу, там с плешкой наваливает. Оп, что забрал, Вон забрал что-то, еще мортирку забрал. А сколько у спектры мисс процентов? 40. Андрюх, боюсь, не успею я накопить на орб. Я чё-то тоже так думаю. Там уже второй тренд вышел. Господи. Да, дело дрянь. Ребят, ну, развернули? Развернули. Бля, опять мортирка. Вы заебали переманивать мортирок? А и мортирки. Чё мортирки вам сделали? Они не успевают скапать. Смотри, одного сейчас бахнем. Да не. Лёх, я тоже не буду так уверен в этом месте. Опа. Ну ты ж... Ай, переманили арчерк, он фокус сменил. Тупой фак. Что нового? Не, Андрюх, чё-то... Я готова. Это так, не похоже. Арчерку подхили. Взрываю. Побежали. Эпик фейл. Что прикажете? Ха-ха-ха, эпик фейл. Ха-ха-ха, нулевые. Что прикажете? Домики падают. Дорога зовёт. А ничего страшного, в эту игру можно и без домика вроде играть. Главное, чтобы арчерка была, которую пилить можно. Ну, по идее, вначале не тратишь деньги, просто копишь на Orb of Lighting. Да, там нормально. Там... Сколько инкамов 25 живешь, за счет того, что второй что-то строит, потом покупаешь арбу и просто фармишь голды. Врагу не даешь голды.
Вообще, слушай, какая страп классно. Потом второй копит, и типа минус 20 юнитов. А там какой-нибудь гирокоптер замакшенный и всех килл. О, а я тебе показывал, я тебе, Артур, что делать? А я показывал? Я хуй знает, что мы можем. Но я понял, что, короче... Страта называется... Все ну, пиздец. Я понял. Ну, хз, мне так не нравится, но, в принципе, но... Мне это здание, короче, не нравилось. Фак. Куда отправляться? Постройка завершена. Дорога зовет. Что нового? Побежали. Они, смотри, сразу два воткнули. Надо спешить. Куда отправляться? Может, тапнули. Надо какие-нибудь грунты или дорога зомби. Зовет. Надо спешить. Еще к тому же. А хотя... Мурлоков, может, поставили, кто ой, его знает. Ой, смотри, какая у тебя штука классная. Так она овнит, жестко. Ну, фиг знает. Смотри, смотри, смотри. Что у них там? Давай посмотрим. Так. 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 Куда так. Отправляться? Так, Фак, ну смотри, надо теперь что-то другое придумать. Крузейдеров не ставь. Ну. Что у них еще? Тренты. Да есть какой-то magic damage? У меня есть только грифон. Давай грифон это ставь. Давай. У него, кстати, magic damage. Давай грифон. О, давай, давай. Бля, Лёх, ну чё ты это, слышишь? Как они сейчас доиграются, бля, да, дотралятся сейчас. Правильно, Фак? Куда отправляться? Что нового? Блин, у вас два, у меня один, так нечестно. Опа, смотри, так и это. Пацаны, кто после вперёд, вы уже, а? Фак, Пак нормально разбирает. Дорога зовёт. А вот грифончик... Ой, так ты понял, что надо делать? Надо спешить. Лёх, по-моему, ты ходил. Пак, сейчас выйдет, Пак. Надо спешить. А, блядь, у меня они же сплэшуют, ёпта твою мать. Куда отправляться? Получается, да. Пак-то вышел, конечно. Надо спешить. Спасибо, так, Пак, дорога зовёт. Блин, надо было куда сразу строить, чё я не подумал. Сразу бы поставил, дело бы пошло. А мои дуралеи так копятся. Хата-то горит. Куда отправляться? А может, птичка будет грифона бить? О. Может, грифон у меня хоть разочек ёбнет? Ой, смотри, оно еще туда-обратно прыгает, как у Луны, смотри. Им только хуже от того, что они вдвоем. Нам только хуже, Фак. Андрюх, может, просто вообще уже не будем бахать? Не, подожди, бахать не надо. Я, пожалуй, попробую купить эту шляпу. А, не, ну конечно, как-то. Что нового? Да может, бахнете? Хотя, Фак... Ты просаживаешься, мы отменим юнитов всех, Андрей. Хотя, Фак. Не-не-не, сейчас на характере, Фак. Да? На характере, давай. А, у них уже, да, воздушные заканчиваются, точно-точно. Воздушные перебили. Нет воздушек уже, пацаны. Нормально, Фак. Они все шутят, а мы это самое. Бля, ну молния, вот, пошла. Вот она родимая, да? Ой, пацаны, смотрите, хата-то у вас там крутится. Лобеха мутится. Ребят, ну точно на характере, может? Без характера, может? Фак, давай я бахну, наверное, что ли? Да не, да подожди, стой! Стой, Андрей, стой! Ребят, вы все шуточки свои шутите. Бля, может мортирок ебануть опять? Да. Стандартных? Давай по стандарту. Ой, Лёх, ты чё на сета, сори. Всё. Да ну просто. Всё, Лёх. Давайте я покажу пацанам, как нужно катать в эту мапу. Сейчас там он апнет, и нам просто так они жестко закидывать будут. А, нет, стоп, их, они не апаются. Все в порядке. Так у меня хитро уже идет. Кто не апается? Вот этот маленький? Нет, апается. Не маленький, а этот, воздушечки эти. Воздушечки никакие не апаются. Воздушечки все апаются. Нет, только одни апаются мои. Андрюх. Вперед! Ну, давайте. Сейчас я тебе покажу, значит, что нужно делать с посохом. Давай. Давай. Что прикажете? Куда отправляться? Дорога зовет. Нормально? Да-да, Аля. Да не вылечат они столько эти паки? Ну, конечно. В смысле? А паки вон... вообще никак не контрят с этой шляпой. Ооо, Алёша. Чё-то, Лёх. Чё-то, Алёша. Пишите, что прикажете? Вот мы сейчас на характере отбьемся.
Да. Главное это доверие в команде. Ладно, Лех, я взрываю. Думаешь? Отправляться. Да не. Главное не опоздать. Бесхарактерный. Стройка завершена. Дорога завершена. Твой штандарт? Да не, Лех. Ты же говоришь, так они сырья, они здания никогда не дамажут. Да, они здания все равно не бьют, Лех, правильно? Ну да, да. Они нулевые, Лех. Ладно, сейчас хоть одного убью, пока этого. Лех, по-моему, говно дела. Да все, отбиваемся на нового. Понял? Не верю. Не верю. Вот, да, вот этого ловни. Это он тоже регенится, кстати говоря. Да, Лех, ты. Отправляться. Главное не. Заломнишь коняшку, коняшку, Лех. Ладно, и я вообще заломнишь. До этого вот эта штука ломнит. Мясину. Сам он боль куда-то. А, два у них папа. Масса. Два пака, да. Надо пак. Надо тебе тоже поставить. Так я пойду еще одних самополков таких поставлю. Так они их не бьют. Против них, против паков нужен пирс. Что нового? Что прикольно? А у паков что там? Лайт? Магический, пак. Магический урон. Паков вдохнули. Пирс. Будь здоров. 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 Надо спешить. Еще ничего. Что-то они там поставили. Какие-то хилялки уже лечили. Дорога зовет. Дорога зовет. Что прикажете? Так, лечи уже. Алло. И вот сейчас. Будь здоров. Что-то посох был реально хуёво. Стройка завершена. Я тебе говорил, что он ничего не делает тут. Вот, Лёх, мы даже не отменяли юнитов. Ребят, я чё-то покажу, сколько нужно. Это лечилка жесткая. Ну против палки-то да, неплохая вещь. Лёх, у меня уже нету вот этого. Я понимаю. Давай ты бахнешь секунд через 5. У меня вот эта херня подлетит. И можешь бахать, в принципе, у меня выйдет юнит. Мой самый сильный. Надо спешить. Нормально? Да, да. Это твой самый сильный? Ну, пока что да. А что ты делаешь? Это же штука. Это же штука, по-моему, не бьет по воздуху, не? Все под контролем. Что ты говоришь, плохие новости? Посмотри, как он. Хотя да, что-то так себе. Что прикажете? Да хз. Я пошел посохом. Они реально бесят лечиться. Мы хилимся такие. Стройка завершена. Да все, мы развернулись, походу, сижу. Так, фак, короче, есть план. Давай отменяем сейчас. Давай. Что нужно? Сейчас самое время. Отправляться. Так, фак. На счет раз, два, три начинаем стройку. Давай. Давай, раз, два, три, ребят, три. Так, я въезжаю в стройку. Что нового? Фак, тебе надо будет бахнуть сейчас. Когда выйдут да. Наши. Только смотри, что у нас здание не сломалось нахер. Точно. Хорошо? Хорошо, хорошо. Хорошо, все, давай. Кто у вас там, амазоночка и это? Не-не-не. Что нового? Печь. Надо спешить. Что нового? Ага, фак. Пора. Куда отправляться? Воу-воу-воу. Так, а чё только эти молодые люди вышли? А другие дольше. А, ну, в принципе, нормально. А, не, смотри, там сейчас вот эти штуки подбегут, поедят грифонов, по идее. Наших братьев. Только они что-то отказываются, есть грифонов, они бьют. Верчорочка. Ну да, все печально. Верчорочка. И этот дебил тоже верчорочку бьет. Ну, верчорочки все. Артур, что-то тяжело развернуть, сходу. Блин, чё они поехали вперед? Сейчас эти тут... Пока пройдут, тут уже все сдохнут. Да, обидно, конечно.
надо спешить. Лёх, у меня тоже чайки есть, видишь? Куда отправляться? Чё не скажешь, конечно, пробитый вообще. Блядь, что ж делать? Что прикажете? Что нового? Может, вот это контрол аниме штучку эту? Андрюх, чё посоветуешь дальше делать? Фак, а чё, Галахорн давно бы поставил уже? Что нового? Да. Лёх, походу мы лузнули карточку. А он рандомно, да? То есть его можно хотя... куда угодно поставить? Не, факт, ты не расконтролишь, при всем уважении. Надо спешить. Это правда. Хотя, у меня сейчас амазоночка дорога будет, можно просто на нее Галахорн бахать. Короче, можешь не выебываться и что-то... Короче, не выебываюсь и ставлю Галахорн. Ты куда его ставишь, блять? Он должен быть там, где будет идти Арчорка, фак. А не там, где ты его хочешь просто видеть. Короче, ребят, Галахорн у нас не будет работать, к сожалению. Фак, ты пока разберись, как он работает. Фак, там дисплей, АОЕ, все дела. Дорога зовет. Да, чё-то... Чё-то... Не, ну можем пушечку, да? Я просто не увидел, что, ну, там не написано, давай пару, что, что АОЕ... Фак, сейчас это, сейчас квад-демедж купи потом, ты, куда подойду. Да, купи пару. За 500 ебучую. Так, а моя ничего не делает. Лёх, проблема в том, что я один убиваю. Андрюх, долго до квад дэмэджа, честно тебе говорю. А где? Ну, это пушка? Не, не квад, а это дабл, пушка, дабл дэмэдж. Надо спешить. Вот сейчас? Да, давай. Я не знаю, Артур, что. Не, так это хрень. Что ты построил? Так это вот что у меня на месте пушки, то и построил. Это не пушка. Не, Лёх, смотри, пушка это вот. Вот это пушка. Так у меня нету такого. Фак, ну по-моему, морлочьи норы. Ну ты понял, я их типа, ой, я Галахорн ставить не умею, они такие, а, ну все понятно тут, а я тут такой дабл дэмэдж ебаш. Ты поставил его совсем не туда. Я знаю, что его не туда не поставил. Так это план. Типа это форы, они все равно проиграли, то есть ты их, считай, унизил. Лол. То есть я бы такой не простил, это минус его волнование. Вообще ты можешь купить штук 6 этих бласт-стафов, и тогда пойдет дело. Да? Да. Да, да. Беру. Они стакаются так-то. Ну все, а что вы начали сказать? Чё-то все равно хп не проседает. Ну ничего, Лёх, сейчас отыграемся. Раньше сказал бы, Андрюх. Уже вас видно. Да сори, сори, Лёх. Да они же это, понимаешь, выиграть через шутку хотели еще? Не раскрывают тайм. Нам? Ну, сейчас 2-1 что-то. Ну все, Лёх, я еще возьму тогда здание. Два слота, да, на следующее? Ну, думаю, у да. Нас типа инмейт. Да, а вообще у нас будет 4 на 4 тогда. Можно попробовать по двум линиям. Да, да. Все. Столпились, столпились от сотрибрезации. Так 4 на 4 можно и по одной линии. Можно по одной, можно по одной. Нет, по одной линии. По одной такое, типа. Там типа мясо, хрен поймешь, что там просто ауру берешь и все. И ты победил, да, в 2 на 2, то есть у вас еще... А потом 4 на 4, типа нету смысла ауры брать, что ли? Не имеет, но тебя могут контрольнуть, то есть какая-то линия прошла, ты не срать взрыв, потому что сейчас другая может дойти или так далее. О, Лёх, и перевороты, развороты. Лёха, отмени. Размен тронами. Так я если подменил, то у меня... Понял, но я же говорю, стой, 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 а ты не стой, не стой. Ну ладно, ничего страшного. А ты вот так вот решил начать, да? Прям. Это домашняя заготовка. Понял. Все, вопросов не имею. А сработает? Ну должно. Вот сюда поставлю, походу. Да смотри, мы их уже пушим. Так и быть. Постройка завершена. Что ты задумал? Такие хитрые смотрят, что мы построили, сейчас будут контру ставить. Да, боишься. Просто копил.
Хотя, если у меня выйдет с этим, с армором нормальным. С дивайном, в смысле, то я поставлю сейчас хаос танк. Не, я имею в виду хотя бы сейчас выйдет, а мы отобьемся. Так это говно юнит, я построю... Вот это говно юнит? Так, ладно, факт, сейчас... Давай новый план. Отменяю нахер. Так. И ждем, копим бабки. А, у тебя вышел этот герой. Я потом бахну. А, ну там... Да, но, видишь... Что копим? Бабки, бабки копим. Ребят, вы против танков, танков долго продержитесь? А они не сидят, так ли? Не. Факт, ты чё ж ты не отменил-то? Не-не, ребят, нормально, у них не сидят атака. Атака обычная. Не, ну раз обычная, тогда чё? Чё бояться? Ничего необычного, скажем. Кто? Я. Давай. Подходит. Андрюх, чуть-чуть потерпи, чуть-чуть. Чуть-чуточку. Ну. Что за Андрюх? Пошли, да? Да, давай. Поехали. Кто взрывает, ребят? На самом деле мы с таймингом, конечно, просрали немного. Факт. Ребята, кто взрывает? Фак, смотри, там следи, если что, бах. И так затащим. Следи, Фак. Ребят. Фак, следи. Ребят. Бывает там уже сколько. Кто взрывает, ребят? Да. Я уже взорвал. А, ты уже взорвал? Вот чё ты это, а? Кто взрывает у нас? Сейчас этот выйдет с атакой нормальной. И с броней нормальной. Смотри, у него батл фури. У него всегда шчал 40, да? Да, но у него батл фури, смотри. Вот с батл фури? Андрюх, а пахать-то больше некому, знаешь? Фак, а чё не так много денег? Ты Магнусов сразу что-то решил? Я хотел, да, я думал либо Магнусов, либо Вард покупать, но типа ни то, ни другое. Ну да, у нас у всех хэви броня, зачем вам магический? Надо было сразу Вард ставить. Ну типа покупать. Да, ребят, очень интересно. Фак, ты бы одного тролля поставил с Форстерморром, он бы всё отомнил, что на вас шло. Эпик фейл, ребят. Правда, я...